продаже появилась Сантиана 2008 года выпуска. Объем двигателя 2,5 литра. Автомобиль приобретался у официального дилера. У автомобиля хорошая комплектация, имеется бесключевой доступ. Кожаный салон. Передний ряд кресел с электрорегулировками. Память положения водительского кресла, 4 стеклоподъемника, электрорегулировка, электропривод боковых зеркал, электрошторка, мультируль, круиз-контроль, штатная аудиосистема, камера заднего вида, климат-контроль, кондиционер. Также у пассажирского кресла переднего имеется атаманка, которая выезжает. Для задних пассажиров также имеется управление. Как музыкой, так и климатом. Имеются подогревы передних кресел. Также вентиляция и управление задней шторкой. Автомобиль в хорошем техническом и косметическом состоянии. Также на автомобиле установлена сигнализация с обратной связью.